Я хочу сказать госминистру Арцаха, он человек не военный, не политик. Команды у него нету. Про уровень команды в правительстве Арцаха и в аппарате президента я прекрасно знаю. Это ниже плинтуса. Подавляющее большинство. Подавляющее. Как и в Армении. Значит, если ты хочешь что-то Алиеву сказать о его громадных потерях, когда он вторгнется, если ты намекаешь на то, что у тебя армия готова, я тебе, Рубен Вартанян, дам один совет. Такие вещи не озвучиваются. Такие вещи для противника должны быть сюрпризом. А если ты имеешь в виду, что ты сейчас скажешь... И он испугается. Он испугается, я боюсь, что это может привести к обратной реакции. Он сейчас тебе нанесет удар, у тебя будут потери, и ты просто умоешься. И как это не раз они делали. Поэтому я хочу сказать всем, кто в правительстве Арцаха, будьте осторожны в своих выступлениях. Все, что касается обороны и безопасности, это вообще должно быть за семью замками. Закрыто. Хочу вот сказать вам грубо. Свой ротик на замочек прикройте на эти темы. А если вы провоцируете, чтобы действительно удар нанесли, тогда говорите. Но тогда удар мы нанесем и по вам тоже. Вы когда говорите, вы... Я уже с вами говорю, другим языком не получается, блатной язык только. Вы базар фильтруете.